Поможет при болях и воспалении в позвоночнике и суставе. Снимет не только боль, но и напряжение в мышце. Ускорит разрешение гематомы. Все это сделает компресс. Он состоит из двух ингредиентов, которые есть в каждом доме. Вам понадобится сырой картофель и обычный мед. Вот что надо сделать. Среднего размера картофель вымыть с использованием щетки под краном, чтобы на нем не осталось совсем земли. Натереть чистый картофель, не очищая его на крупной терке. Измельченный картофель перемешать со столовой ложкой меда. Подготовить целлофан и марлю. Смесь картофеля и меда отжать от сока, распределить на одном конце марли, другим прикрыть сверху. Размер полученной повязки зависит от объема больного места. Положить на проблемное место марлю с лечебной смесью. Сверху положить целлофан, потом полотенце и теплый шарф. Спокойно полежать, чтобы не сдвигался с места компресс в течение 30 минут. К концу процедуры боль пройдет.